Я думаю, что Саакашвили было главной и неприятностью в наших взаимоотношениях. И ходят легенды, что при Саакашвили Грузия зажила лучше. Это легенды. Сейчас стали выяснять, что ничего лучше не произошло. У Грузии хватает проблем побольше, чем у Украины, так сказать, соседа с другого бока. Но, тем не менее, мне кажется, что мы должны взаимоотноситься все-таки лучше и лучше. И наши вековая дружба и экономическая, и просто дружба должна сработать и вернуться на место. И дело не только в боржоми, там, в грузинском вине. Мы и без грузинского вина живем спокойно. И даже дело не в мандаринах абхазских, которые, так сказать, грузины там, и грузинских, которые не пускают. Дело в том, что Грузия – это, так сказать, часть наша, как бы вы ни крутили, с абсолютно своей культурой, языком и так далее. Но, тем не менее, я бы очень хотел, чтобы мы сблизились и вернулись к нормальным взаимоотношениям, убрали бы визовые взаимоотношения, полетели бы нормально самолеты. И количество грузин, которые живут здесь и являются там и друзьями моими, просто знакомыми творцами и созидателями в этой стране, абсолютно, так сказать, немало. Поэтому я бы хотел, чтобы наши отношения были такие же, как с Арменией. Четкие, дружеские. Мы большой брат, который всегда поможет.